Я вот там какого-то персонажа, помнится, слил в тюрьме. И внезапно, если подумать, то есть я для себя осознал, что копьем можно бить через решетки, через сетки, через зарешоченные окна. То есть тюрьма при наличии копья вообще проходится изи. Мы просто подходим к решетке, либо если там скрываем. Открываем одну решетку, полицейских там заводим из какой-то закрытой комнаты, да, и просто через эту решетку закрываем за собой решетку и просто через эту решетку выносим всех полицейских. То есть тюрьма вообще элементарно проходит. Если чуть-чуть только подумать. Где тут есть еще кто-то? То есть я уже тут пробовал, вот вскрыл вот эту дверку, да, можно было бы не эту дверь, можно было бы вот эти выломать, сначала зомбаков вот здесь, в этом помещении убить, вот эти выломать, а потом через эту решетку вот всех вот этих убить. То есть тут вообще, да, они даже подойти не смогут. Настолько все просто. Если просто, просто подумать немножко. Смотри. То есть выносятся все. Подходишь, ну, как копьем тыкаешь, зажимаешь там. Все, у нас тюрьма зачищена. Там второй этаж, может, еще кто-то остался. Есть здесь кто? Есть кто живой? Вообще элементарно. Как это можно было не додуматься, я не понимаю. Короче, тюрьма вообще везде, где есть решетки. Ну, вот эти решетки сложно выносятся. Вот эти вроде тоже. А вот эти просто, то есть зомбаки их выламывают. Поэтому стараться решетчатые окна. Далее, вот такие вот закрытые решетки. Тоже великолепно срабатывает. Ну и в принципе, теперь у нас тюрьма зачищена. Осталось, то есть я уже водил сюда. Вон, вы видите, возле этого тут уже повскрывал, взлом прокачивал. Я водил сюда вот полицейских, да, вот, взломал эту решетку, ну там все прокачивал взлом аккуратненько, не спеша. Разбирал эти. То есть я открыл их, покричал тут, смотрю, они повыходили. Я пошел сюда просто. Зашел, решетку закрыл, и все, они ее не открывают. То есть это не Миго, это не дикие люди. Зомбаки обычные. Просто стоишь, тыкаешь копьем, все. Все элементарно. Только подумать надо было. Стримы зло.